Всем привет! У нас есть победитель, который безошибочно определил камень этого комплекта. Это рубин. Сложно, конечно, узнать вот так сразу, но была небольшая подсказочка. Я говорила о нем в одном из своих видео и проводила даже примерку. Подарочек для победителя, узнавшего рубины, это сережки рубин в цаизите. В том самом видео я рассказывала и о вот этих рубинах, и о рубинах в цаизите. Вот такой вот небольшой подарок. Это природный камень. Этот победитель мне знаком. Ну, не могу я сказать, конечно, понравится этот подарок или нет достоверно. Одно могу лишь сказать, что этот камень подходит ей по знаку зодиака. Также она победила еще в одном из розыгрышей и просила рассказать о пользе бусинок Дзи. У меня вот три таких бусинки, которые так и хранятся вот здесь на атласной подушечке. Я их ношу довольно-таки часто. 21 глаз исполняет желание. Эти бусинки медицина и 6 глаз. Также для улучшения здоровья и для, ну, большего профессионализма. Помогают ли эти бусинки? Я думаю, что помогают, но это больше на моральном уровне, потому что если загадать какие-то материальные желания для бусинки 21 глаз, ну, к примеру, завтра с утра вот найти то-то и то-то, вряд ли это случится. Вот. И на данный момент у меня загадано такое желание, которое может исполниться лишь в огромной-огромной перспективе. Ну, а то, что эти камни, они согревают нас и помогают нам, это так. Поэтому те, кому они нужны, их покупают и приобретают и носят. А те, кому они не нужны, этого не делают. Вот такой мой ответ. Итак, у меня новый вопрос. Что это перед вами? Из чего сделаны бусы и сережки? Где они произведены? Победитель получит в подарок эти серьги и эти бусы. Удачи! Всем пока! Я жду